Приветствую, добро пожаловать, боец из Москвы! Дамы и господа, встречайте! Микрон Арутюня! Да, вы слышите, у Миграна Арутюняна сегодня очень существенная, очень мощная поддержка. Ну и в целом, до того момента, как стать бойцом смешанного стиля, Мигран Арутюнян уже стяжал себе славу великолепного спортсмена. Он борец греко-римского стиля, который на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро выиграл серебряную медаль. Проиграл тогда в финале сербу Давору Штефанику. Также он серебряный призер Европейских игр в Баку по греко-римской борьбе. Ну а затем уже решил смешанного стиля. Национальный дебют состоялся в 2018 году. Все шло неплохо до определенного момента, пока в 2019 Мигран Арутюнян не встретился с Жасуланом Акимжановым, которому уступил нокаутом в третьем раунде. И могу смело сказать, что в том поединке Миграну Арутюняну просто не хватило опыта. Он все хорошо делал, все правильно, показывал достаточно ровный поединок, очень конкурентный. Там и Расулан Акимжанов был хорош. Но все-таки вот этот недостаток опыта сказался, так или иначе. Но Мигран Арутюнян, как вы слышали, представляет Москву. Соответственно, он тренируется где? Правильно, во львином сердце. В клубе, где сконцентрировано большое количество армян. Ну, там не только армяне тренируются, да, но в основном они. Что еще хотелось бы сказать отдельно об этом человеке, имею в виду Миграна Арутюняна, это то, что в момент вот тех самых трагических событий в Армении он ездил в Армению. И вот мы видим Эдуарда Вартаняна, да, кстати, они вместе с Эдуардом ездили тогда и помогали тем людям, которым тогда реально нужна была помощь. Я думаю, не нужно объяснять почему. Да, действительно, давненько мы не видели и Эдуарда в деле. Уже пауза довольно длинная. Конечно, хотелось бы, чтобы он тоже показывал свое мастерство. Вот мы видим одного из лучших. Софио закинул от души, браток, что закинул за Мугу Ракша из Чайхана, из Рафа в Москве. Салам алейкум всем, кто смотрит. И всегда желаем, чтобы работы у этих специалистов было все-таки поменьше. Да, учитывая вот эту базу высочайшего уровня борьба греко-римского стиля, конечно, простите мне это слово, но физуха у Миграна Арутюняна соответствующая. Представляю вам соперников и первый бойца в стиле муку. Ему 25 лет, рост 178 сантиметров, вес 66,2 килограмма. Профессиональный рекорд 3 победы, все победы одержаны досрочно, 3 поражения. Представляющий бойцовский клуб «Богат» из Махачкалы, приветствуйте, Ахметхан Ахметов! Его соперник красному двухлетке. Бойцу 32 года, рост 165 сантиметров, вес 67 килограммов ровно. Профессиональный рекорд 3 победы, все победы досрочно и только одно поражение. Представляющий клуб «Львиное сердце» из Москвы, достойный сын армянского народа, вот он, Микрон Арутюнян. Рефери поединка Максим Протасов. Игра, плави ко мне. Судья! Судья! Минус балл! Спасибо. Итак, игра на Арутюнян получает минус балл. Боец красного клуба получает Готов! Ну, вы знаете, скорее всего, настрой Миграна Арутюняна выиграть эту встречу досрочно все-таки.
низкая стойка у Миграна, активно работает правой рукой, в свою очередь, Ахмедов. Алинхана. Отжимает Мигран. И тут очень мощная атака с правой руки, и все-таки добивается своего первый тейкдаун оформлен. Да, очень мощная работа. Практически с первых секунд захватил. Позволяет сопернику сесть фулмаунт. По-моему, Мигран это не очень нужно сейчас. Да, сверху грузит корпусом. Очень здорово. И начинает выбрасывать удары. Мигран Арутюнян. В общем, кажется, что совершенно не важно, с какого положения работать Миграну. И устраивает и гард, и диагональ. Поднимается на ноги Мигран. Апкик нет, а вот атака с высоты собственного роста от Арутюняна, да. Продолжает активно работать в этом положении Мигран. И, кстати, отключена правая рука сейчас у Ахмедова. Да, очень хорошо оказывает давление Арутюнян, но пока еще не занял он нужного положения, не выходит никак на прием. По-прежнему позиция хавгард, и здесь хорошо так обездвижил оппонента. Да, все, фулмаунт есть. Но теперь надо Миграну отлепиться и попытаться наносить жесткие удары. Времени еще предостаточно. Да, если Мигран находится в позиции фулмаунт и есть 3 минуты, то это просто сущий кошмар для соперника, для человека, который находится спиной к настилу. Здесь пытается развернуться Ахмедов. Пытается здесь зайти боковой контроль, ручной треугольник, удушающий пошел. Пока еще не сдается, но давление колоссальное, показывает большой палец. Ахмедов, прием здесь не получается у Арутюняна. И опять пытается отлепиться от соперника Мигран Арутюнян. Хороший локоть, мощно. На коротке с целью постичь лицо. Да, и вот здесь опять же жесткие удары с правой руки, один за одним просто вколачивает с обеих рук Мигран Арутюнян. Удар по затылку. Было. В хорошем темпе работает Мигран Арутюнян. Более амплитудными становятся его атаки. Да, разворачивается Мигран, тяжело ему приходится. Нужна активная защита. И здесь может быть остановка в любую секунду. И вот она. Все кончено в этом поединке. Мигран Арутюнян побеждает досрочно техническим нокаутом. Да, не стал. Вот Арутюнян, кстати, здесь также в зале присутствует. Не только звезды из мира спорта, но и из мира кино и комедии. Так, София, от души что закинул? Еще раз, я же прочитал. Мубарак Шо из Чайханы, из Фара. Салам алейкум тебе, брат. От души что закинул, который в Москве. Арарат Файтшоп из Пятигорск, Духов Мигран написал от души. Арарат, всех благ тебе, братуха. Так, Дильшот. Привет, Гриша Гор из Энгельса. Гриша Гор, огромный привет из Энгельса. Дильшат, от души, братух, что закинул, всех благ тебе. 250 рублей. Пусть многократно воздаст, кто закидывает. Азим. Наварнаюк, Кардашин, Азербайджан, салам алейкум. Азима, от души, братух, что закинул, всех благ. Я напоминаю, братья, что 9 числа будет ACA-трансляция на сайте. Тот же, сохраните сайт себе. И также UFC-трансляция. Остановил бой через 3 минуты и 17 секунд первого раунда. Победу одержал Мигран Арутюнян! Москва! Любимое сердце!